Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В настоящий момент проходит наш новый вязальный марафон, который называется «Шарфей». «Шарфей», потому что в нем мы рассказываем о различных изделиях, которые относятся к шарфам. А к шарфам относятся снуды, бактусы, арафатки, шали, шарфы и много-много других изделий, которые нам почему-то в голову никогда не приходило отнести к шарфам. Но на самом деле все, что надевается на шею, может быть отнесено к шарфам, потому что шарф – это кусок прямоугольной ткани, который может быть вязаным, шитым, валеным и так далее. И сейчас в преддверии четвертого урока я хочу рассказать о том, что в живом потоке марафона мы прошли первый урок. Первое задание заключалось в том, чтобы связать отделку, которая применяется для украшения края изделия. Второе задание – это треугольный бактус. В уроке мы предложили несколько вариантов его создания. Сейчас идет прием отчетов по третьему заданию. В третьем задании мы отрабатываем квадрат, точнее сборку квадратной шали из треугольника. Шаль можно собрать из треугольника несколькими способами, и мы показываем с разной степенью декора вот этого шва, который собирает треугольники, и в результате этого вы можете шаль вязать огромных размеров, в несколько раз превосходящую вашу вязальную машину. Ну а в четвертом уроке мы будем проходить прямоугольник или квадрат, и в этом уроке мы показываем вариант сборки змейкой. Мы показываем три варианта, а вы уже сами выберете тот, который вам нравится. Потому что змейка очень популярный прием, которым вяжут и пледики, и плечевые изделия, то есть кофты, безрукавки, платье, пальто, все то, что может быть выполнено на основе прямоугольника. Поэтому, если вам интересно то, что мы делаем на этом марафоне, вы можете к нему присоединиться, либо в живое участие, когда все уроки будут открыты до 28 декабря, либо приобрести его запись. Поэтому приглашаем вас. Ссылочка находится под ним. Вы можете перейти по ней и принять участие в живом формате, либо же приобрести запись. Присоединяйтесь, и вы узнаете массу секретов, связанных с вязанием таких, казалось бы, простых геометрических фигур, которые на самом деле имеют множество-множество вариаций исполнения. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.